Любимого папу и дедушку Новикова Александра Ивановича с 60-летним юбилеем поздравляют дочь Снежана, зять Сергей, сын Александр, невестка Надежда, внуки Каролина, Назар, Ярослав и Маргарита. С юбилеем тебя поздравляем, наш любимый и славный отец. В 60 ты красив и подтянут, рассуждаешь ты словно мудрец. Мы тебя поздравляем сегодня и желаем тебе не стареть, не терять оптимизма, задора, не грустить, никогда не болеть. Посвящается матерям, тем, кто множество зим и весен отдает в этой жизни нам. Но ведь есть еще очень важный, дорогой для нас человек, кто участвует в жизни нашей, его имя простое – Отец. Он идет с нами в жизни рядом, охраняя наш сон и покой, придает нам уверенность взглядом, помогает нам сильной рукой. И хоть часто его мы не ценим, он готов к нам на помощь прийти, чтоб, используя свой опыт жизни, от ошибок детей защитить. Я люблю тебя, мой папа, я люблю тебя. Часто не могу это вслух сказать, все же очень твердо знаю в сердце глубоко, что на свете без отца нелегко. Морщинки легли на лицо, но все так же ты сильный и смелый, остаешься мне нужным отцом. И все та же уверенность взгляда придает мне стабильность везде. Знать, что папа есть в жизни рядом, это знать будет помощь в беде. Я люблю тебя, мой папа, я люблю тебя. Часто не могу это вслух сказать, все же очень твердо знаю в сердце глубоко, что на свете без отца нелегко. Я люблю тебя, мой папа, я люблю тебя. И хоть часто не могу это вслух сказать,